Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости канала. Сегодня у нас снова фалеристика. Сегодня мы с вами будем говорить об ордене Отечественной войны. Сразу остановите видео и напишите, это боевой орден и отечественный, или это два... Ой, это боевой и юбилейный, или это два юбилейных ордена? Напишите в комментариях. Хочу сказать сразу, это два юбилейных ордена. А почему они так отличаются? И почему один с чернением, это не патина, хочу заметить, а один светлый? Это я расскажу в этом видео. Многие вот такие черные ордена продают или обмениваются, думают, что это просто патина. А нет. Вот этот черный орден, ну, вы видите, как он отличается от белого. Это не патина. Это такой есть орден с чернением. Их было выпущено очень мало. Примерно по номерам они были в районе 1,5 миллиона. И уже под конец от 5 миллионов. От 5 миллионов до 5,5. Вот эти ордена. Белый орден Отечественной войны самый распространенный. Здесь номер 1,8 миллиона. Вот так. А вот этот орден более редкий. Что в нем редкого? Тоже мне орден, я его приобрел по стоимости, как и обычный белый орден. Прихожу домой, начинаю чистить. Шоркаю, не получается. Звоню одному товарищу, он говорит, да не, это патина просто, это патина, слезть не может. Звоню другому товарищу. И мне товарищ уже объясняет, что сам вот этот орден, он редкий, потому что он черный. И, ребята, будьте внимательны, потому что это редкий орден, да. Черный орден, даже если вам сохраняется он, это награда хитрая. Орден Отечественной войны, даже если юбилейный, это хитрая награда. Оставляйте его у себя. Вот так. Вот этот орден так выглядит. А сейчас я вам кое-что покажу. Некоторые даже путают вот такие черные ордена с юбилейными. Вот когда орден лежит вот так в коробочке, даже не поймешь, что это юбилейный орден. Юбилейный, как и называется их Горбачевский. Да, вот это, он очень похож на боевой. Я вам рассказала этой разновидности орденов. Если вы хотите больше видео про фалеристику, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.